Добрый день, добрый день. С утра читаю новости у нас по всей стране. Ну, в общем, вы поняли, что произошло. То там, то там, то там, то там. Вот, пожалуйста. Да. Ничего не происходит. Ну ладно, раз ничего не происходит. Елку мы поставить поставили. Сегодня в планах у меня ее наряжать игрушками. Вот на вот эту стену фотографии я поснимаю. И мы вот получили вчера один дождик. Такой на стену. Сегодня, может, еще один дождик. Поэтому пока такая ситуация. Пройдусь я в город по кое-каким своим делам. Кое-что по мелочи надо подкупить. Погодка, я смотрю, солнечная. Так что пройду сначала, поделаю свои дела, а там посмотрим. Будет свет. Ну, в принципе, для того, чтобы нарядить елку, мне особо свет не нужен. Так я вам скажу. Ну, я ж не буду его до поздней ночи наряжать, понятное дело. А сейчас быстренько сбегаю туда-сюда. И все, займусь своими делами. Вот так вот. Угу. Солнце есть. Просто что оно ко мне в квартиру не попадает. А так я ж вижу, что там у людей солнце есть. Это у меня как в подвале. Это 540. Ага. Потому что вот эти без полосок похожие. Ага. Но другие, но они 750. Ага. У этих в серединке. Ага, ага, ну такие, как у то типа мех или да, что-то. Да, 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 как говорят. Ага, да, ну типа мех, да. Ага. Потому что и лосины еще же есть. Ага. Но это лосины. И тоже они такие, видите? Ага. А, вот эти сколько? Вот такие. Я не хочу все пишуть. 440. Ага. Ага. С наступающим Новым годом. Спасибо. Сказка начинается. Тара-тара-там, тара-там, тара-там-пам, пара-пара-пам, пара-пам, пара-пам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку: спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал: смотри, не замерзай. Вот такая вот у меня прелестная елочка. Там Дедушка Мороз прячется со Снегурочкой и со своими друзьями. И вот такие вот шарики красивые. Все сверкает, все горит. Прекрасно вообще настроение. Вот знаете, все-таки елочка поднимает настроение. Мила, а у тебя как настроение? Села возле волшебной лампы и загадывает желание. Да? Кошечка. Вот такая вот у меня новогодняя сказка. Всех с наступающими праздниками, мира, добра, счастья, здоровья, любви.